8 марта церковь празднует память святителя Поликарпа Смирнского. Святой Поликарп Смирнский – один из мужей апостольских, то есть святых, обращенных в веру кем-то из 12 апостолов Господа Иисуса Христа. Считается, что святой Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова, проповедовавшего в тех местах и поставившего его епископом города Смирны. Святой Поликарп почитался не только христианами своего города. Известны его послания, то есть письма к другим христианским общинам. Одним из самых известных учеников святого Поликарпа был священномученик Ириней, ставший епископом Леона. В своих сочинениях святой Ириней вспоминал годы ученичества у святого Поликарпа, его беседы с верующими и глубокий духовный опыт наставника. Святой Поликарп принял мученическую смерть. Когда было объявлено гонение на христиан, верующие уговорили святого Поликарпа покинуть город. Но когда воины пришли в небольшую деревню, где скрывался святитель, он сам принял их в доме и после молитвы объявил, что он и есть тот, кого они ищут. Святой Поликарп был приговорен к сожжению и смело принял смерть. Святой Поликарп наставлял верующих: «Стойте в добродетелях и следуйте примеру Господа. Будьте тверды и непоколебимы в вере, храните братство во взаимной любви и единении истины. Относитесь друг к другу с кротостью».